На очереди новости спорта. Предпоследний матч календарного года не стал для «Дизеля» победным, но получился ярким и искрометным. На выезде пензенский клуб встречался с омскими крыльями. На двоих соперники забросили 7 шайб. Никита Ли вывел желто-синих вперед в начале стартового периода, однако хозяевам льда удалось быстро вернуться в игру, причем оставшись в меньшинстве. Однако уже на 12-й минуте гости вновь вырвались в лидеры усилиями Антона Ковалева. Игнатович остановил шайбу. И получилась передача ногой на партнера. Тут же бросок от Дмитрия Антонова. Еще один бросок. И Антон Ковалев. Но включается он с Никитой Ли в борьбу за лучшего снайпера в составе своей команды. Высекать искры на льду соперники продолжили и после перерыва. В течение полутора минут ястребы забросили ворота «Дизеля» две шайбы, но спустя еще 22 секунды счет вновь стал равным 3-3. Отличился Максим Аскаров. Затем в матче настала затяжная засуха, а ключевой момент возник в самой концовке. За 2 минуты до финальной сирены омские крылья получили право на булит, который успешно реализовали. Обидное поражение отбросило желто-синих на 23-ю строчку в турнирной таблице. Впрочем, уйти на новогодние каникулы в приподнятом настроении у команды Алексея Медведева еще есть все шансы. 29 декабря пензенский клуб сыграет с новокузнецким «Металлургом».